Недавно мусульманская община Великобритании потеряла одну из своих ключевых фигур. В возрасте 62 лет в Лондоне умер Фуад Нахди. Он выпускал ориентированный на мусульманскую молодежь журнал, сотрудничал со многими известными мировыми изданиями. Фуад продвигал позитивное видение ислама и выступал за активное участие верующих в жизни общества. Нахди неоднократно входил в топ-500 самых влиятельных мусульман мира. Ислам – это коллективная религия. Это важно понимать для мусульман. Они должны принимать участие в жизни общества, потому что это завещал наш пророк. Фуад Нахди страдал от ряда заболеваний, но резкое ухудшение здоровья случилось в середине марта. Мусульманина госпитализировали в Лондоне, где он прошел тест на коронавирус. Нахди пробыл в больнице чуть больше суток, после чего скончался. Положительный результат на COVID-19 пришел уже после смерти Фуада. Из-за пандемии коронавируса принять участие в похоронах разрешили немногим, причем соблюдением всех мер предосторожности. Церемонию транслировали в прямом эфире, и тысячи людей по всему миру смогли дистанционно проводить Фуада Нахди в последний путь. Друзья и знакомые Нахди запомнили его как яркую личность, отметив при этом его важную роль в формировании современной идентичности британских мусульман. Фуад никогда не сдавался на пути к правильному пониманию мусульманской идентичности. Он был полностью вовлечен в британское общество, его труд невозможно переоценить. Фуад был голосом ислама и защитником мусульман. Стоит отметить, в Великобритании коронавирусом заразились более 29 тысяч человек. Скончались уже 2300 жителей королевства.